Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня я предлагаю вашему вниманию вкусный легкий салат для праздничного стола. Для его приготовления нам понадобится 250 грамм винограда без косточек и 1 пучок рукколы. Виноград разрезаем пополам и отправляем в глубокую емкость. Один пучок рукколы нарываем руками. Кладем в салат 100 грамм маслин. В отдельной посуде делаем заправку для салата. 1 чайную ложку сладкой горчицы. 1-2 чайные ложки лимонного сока. 1 немного оливкового масла. Хорошо перемешиваем и заправляем салат. Выкладываем салат на блюдо. Нарезаем кубиками сыр фета. Украшаем сыром салат, слегка поливаем оливковым маслом и наслаждаемся вкусом. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!